Вот Володя выметает сегодня мусор. Уборкой, да, чтобы избавиться от пыли, от грязи. То мы здесь уже надышались. Вот. Я здесь накрутил саморезов. Их, правда, вот не видно. Но они здесь есть. Здесь будет заливаться бетоном периметр буквы П. И там тоже. Вот до этого кирпича. Вот там деревяшка. В нее накрутил саморезов с той стороны. С этой нету еще. Это для армирующего эффекта. Чтобы бетон было за что держаться не только на стенке, но и сзади. Вот. Вот еще попробовал здесь собрать с профилей стеллаж. Примерно так вот это вижу. Придется экономить на высоте, потому что пол залит очень высоко. Поэтому полки будут не 5 сантиметров, а 2,8 каждая полка. Тем самым с трех полок получится сэкономить 4 сантиметра. Дело... Сейчас так будет, да? Да. Дело в том, что коробки идут все по размерам. И потеря 4 сантиметров приведет к тому, что коробка не будет входить просто на полки. Вот попытался сэкономить. Сегодня вот по пути сюда нашел вот такой стол. Обновка у нас, да? Обновка, да. Сегодня у нас будет царский стол, скажем так. Да, после... Да, после того, как мы ели на грунтовке, вот на этой грунтовке, на этих вот тоже, которые тоже были найдены. Мы перемещаемся вот на такой вот стол шикарный. Там даже выдвижной ящичек есть, можно туда соль складывать. Вот здесь вот такой вот ящичек. В общем, чтобы пыль не налетела. И вот такую скатерть сейчас постелим сюда. Будет у нас все как в лучших домах Парижа, как говорят. Да. Вот. Сейчас это все дело протрется. И будем мы обедать с Володей. Ну все, слава Христу. Слава Христу.